Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании KXN, серия Vision Plus, на цоколь HB4, температура свечения 5000 кельвинов. Данный комплект идет с разъемами AMP. Поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы. Лампы мощностью 35 Вт. Защищены они пластиковыми колпачками для того, чтобы не повредились при транспортировке. Лампы подключаются на питание 12 Вольт с помощью стандартного разъема. Блоку розжига ведут три разъема, два из которых идут стандартом AMP. Есть еще стандарт разъемов CAT, то есть это желательно знать при замене и выборе ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Сейчас одну из ламп мы подсоединим к блоку розжига. Подключается все очень просто. Разъем в разъем. Разъемы индивидуальные, перепутать будет очень сложно. Вот сейчас мы подключим питание к данной лампе, питание 12 вольт, и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание, лампа у нас загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы все очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Температура свечения в данном комплекте ламп заявлена 5000 кельвинов, как мы видим, она такова и есть. Мощность светового потока, как заявляет производитель, 3800 люмен. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.